Акулы пера бьют точно в цель не только словом. Команда медиахолдинга ОТВ приняла участие в областном турнире по стрельбе и даже заняла второе место в личном зачете. Журналисты бок о бок с сотрудниками спецназа соревновались на меткость и выносливость. Маргарита Хижняк убедилась в этом лично. Поразить противника, не задев мирных жителей, одно из первых заданий военных. Дальше стрельба в движущуюся мишень. Не соревнование, а настоящая спецоперация. Все упражнения здесь, в стрелковом центре, приближены к ситуациям в реальной жизни. В Челябинске проходит турнир по стрельбе. Его проводит Ассоциация работников правоохранительных органов. За приз АРПО борются подразделения спецназначения Росгвардии, МВД, таможни, ГУФСИНа и судебных приставов. Всего 13 команд. Они сегодня будут соревноваться в различных упражнениях по стрельбе из пистолета пулемета, из автомата, из просто пулемета, парно, командно и в личном зачете. Территория, где проходят соревнования, больше похожа на военную базу. Вокруг ходят бойцы в форме, стоят армейские палатки. Ну и, конечно, куда без грозного транспорта. Например, вот этот бронированный автомобиль под названием «Тигр» находится на вооружении нашей российской армии. Такой масштабный турнир по стрельбе в Челябинской области проводят впервые. Участвуют в нем специализированные службы, поэтому показывать лица бойцов и озвучивать их данные нельзя. Андрей – сотрудник областного ОМОНа. Профессии защищать людей отдал больше 20 лет. На соревнованиях рассчитывает на победу, поэтому приемами стрельбы не делится, зато охотно рассказывает про свое снаряжение. Это автоматический пистолет Сечкина 9-миллиметровый. Сколько у вас всего в арсенале оружия? 4 единицы. И все любимые? Или все любимые, конечно. Все родненькие, все гладишь, все чистишь, все смазываешь. Со всеми разговариваешь, можно сказать. За оружие взялись и акулы-пера. На масштабный турнир пригласили и журналистов медиахолдинга ОТВ. Попробовать свои силы в меткости и выносливости предложили из пистолета Ярыгина. Гражданское название – «Викинг». Атмосфера классная, соревновательный дух присутствует, команда дружная. На ОТВ это хорошая обычная практика. Я думаю, что команда победит. Впрочем, соревнуются журналисты в личном зачете. Каждый смог сделать по 3 пристрельных выстрела и 10 зачетных. Ведущий «Времени новостей» Иван Уткин признается, на соревнованиях удалось выпустить пар. Наша работа все-таки подразумевает некое постоянное напряжение, чувство контроля. Здесь получилось себя отпустить. 8 десяток из 10 – это хорошо. Так, в личном зачете второе почетное место среди журналистов занял оператор ОТВ Евгений Молчанов, а всем остальным выдали утешительные призы от АРПО – сувенирные гильзы и мишень. Маргарита Хижняк, Евгений Молчанов, ОТВ.